теории непрерывных групп и начинается важная тема, которая называется тензоры. Мы сейчас определим, что такое тензорные представления, и поймем, как с ними работать, с этими тензорными представлениями разных групп. Но сначала надо напомнить, что такое вообще прямое произведение двух матриц. Вы это учили наверняка, я только напоминаю, или сначала рассказываю? Учили, да? По определению, если имеются две матрицы, которые А и Б, то их прямое произведение, это вот что такое, А1,1Б, А1,НБ, АН1Б, АН1Б. То есть это, если матрица А это N на N, а матрица B это M на M, то их произведение это NM на NM. Такая огромная матрица. Вот так вот определенная. Но тут надо сделать замечание, что можно было определить наоборот. Написать матрица A умножить на B1,1 и так далее. Ну и все бы дальше тоже так же следовало. Просто матрица была бы другая. Но все свойства можно было бы тоже доказать. Ну, мы так договорились, вот А1,1 на Б. Чем отличаются эти две матрицы? Тем, что вот эти вот элементы у них, так и так, это попарные произведения элементов двух матриц. Просто они были бы расположены в другом порядке. Все равно ровно те же элементы бы и были. Ну и второе замечание, которое тоже надо сделать по определению. Конечно, можно было бы определить это и для прямоугольных матриц, не обязательно матрицы квадратные. Но нас будут интересовать только квадратные, поэтому вот частный случай изучим. Пример, чтобы это не висело в воздухе. Вот у нас была такая молекула, состоящая из трех одинаковых атомов, О3 такая была молекула. И мы с вами писали несколько лекций назад такие матрицы 9 на 9 в исходном представлении в разных преобразованиях группы треугольника. И вот у нас, скажем, D от R, а поворот она 120 градусов. Какая была матрица? Мы писали такую матрицу 9 на 9, которая состояла из таких блоков 3 на 3, которые там переставлялись циклически. А внутри каждого блока это были матрицы поворота на 120 градусов. Вот это можно записать вот таким вот образом. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0 умножить на минус 1, 2, минус корень из 3 пополам, корень из 3 пополам, минус 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0. Вот. Взять такое прямое произведение. Это вот та самая большая матрица 9 на 9 получится, которую мы тогда писали. Это бы обозначение, если бы мы тогда уже повторили прямое произведение матриц, было бы гораздо все короче. Почему у нас вот именно такая матрица получилась? Матрица, как вы знаете, что это такое? Это линейный оператор, записанный в определенном базисе. Мы выбрали базис таким образом. Напомню, у нас здесь был x1, y1, а нас z1, x2, y2, x3, y3. Значит, у нас вектор координат r был такой: x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Мы договорились писать координаты в определенном порядке.
Вот сначала все три координаты. Первого атома, потом второго, потом третьего. А если бы мы, например, договорились сначала все иксы написать, потом все игреки, потом все зеды, у нас матрица была бы совсем другая, да? Хотя оператор тот же самый, просто в другом байсе. Это бы сводилось к некоторому элементарному преобразованию там. Одна матрица переходила в другую. Поэтому определения могут быть разные. Они просто зависят от того, как мы договорились выбирать базис. Свойства. Давайте посмотрим свойства произведения. А. Плюс. Лямбда Б. На С равняется А на С. Плюс лямбда Б на С. Это, естественно, назвать линейность. Ну, по определению. Второе свойство. А умножить на Б умножить на С равняется А умножить на Б умножить на С. Это ассоциативность. То есть можно так скобки ставить или сяк, или вообще не ставить. Третье. А плюс Б умножить на С равняется А умножить на С плюс Б умножить на С. Это дистрибутивность. Плюс в кружочке, напомню, означает прямую сумму. Прямая сумма – это такая блочная диагональная матрица, состоящая из двух матриц, таких клеток, таких квадратных. Ну вот можно сначала сложить, а потом умножить, а можно каждую умножить, а потом сложить, то есть расставить. Они же в разных пространствах, более-менее понятное свойство. Четвертое свойство. А1 умножить на Б1, А2 умножить на Б2. Ну вот мы хотим просто обычное произведение вот двух таких матриц. Считается, что матрицы А1, А2 одного там размера n на n, а матрицы Б другого там размера правильного, какого надо. Вот вместо того, чтобы эти взять прямое, принять, потом прямое этих, а потом перемножить, можно сначала перемножить, написать А1, А2 умножить на Б1, Б2. Ну, можете опять, прям по определению, вот можете это доказать, даже обязательно дома попробуйте или на семинаре, но это свойство становится более-менее очевидным, если понять, что такое вообще прямое произведение матриц. Это у нас есть два разных пространства. Там один оператор действует, там другой оператор действует. А теперь мы вместе и то, и другое пространство вместе рассматриваем. Но при этом они совершенно независимо. А действует в своем там подпространстве, Б в своем подпространстве. Вот. Ну и вот мы можем взять, значит, вот эти матрицы перемножить, а потом их... А можем то, что слева стоит, перемножить отдельно, а то, что справа от этого знака стоит, перемножить отдельно. Вот это, как вот вам квантовые механики говорят, вот два независимых угловых момента, там, невзаимодействующих. Вот они тут не совершенно невзаимодействующие. И совершенно по отдельности действуют, поэтому это свойство очень естественное. Пятое свойство. Trace А умножить на Б равняется Trace А на Trace Б. То есть след прямого произведения матриц равен обычному произведению следов. Если вы возьмете любую книжку, где там название есть теория матриц, то там будет, наверное, 16 свойств. Ну, мне вот этих 5 достаточно, я просто какие-то основные вам рассказал, нам больше не пригодится. Но если интересно, смотрите в книжках. Я докажу какое-нибудь одно на выбор, потому что они
все примерно одинаковые, очень несложно доказывается. Просто по определению. Давайте последнее свойство, раз оно тут появилось, и докажем. Значит, вот у нас определение А на Б. Трейс А на Б равняется. Ну вот, вот смотрите на эту матрицу. Значит, надо взять вот это вот, вот эти блоки, которые на диагонали стоят, да? И у каждого блока взять след. След вот этой матрицы будет сумма этих следов. Значит, что будет? А1,1 на след Б. Плюс многоточие последние. АНН на след Б. След Б это Б1,1 там, плюс Б2,2 и так далее. Ну, смотрите, трейс Б выносится за скобку. Равняется А1,1 плюс многоточие плюс АНН на трейс Б. А то, что в скобке, это как раз трейс А, след матрицы А. Равняется след матрицы А на след матрицы Б, что я требовалось доказать. Ну, а также все свойства эти доказываются, если надо. То есть вот есть такое вот такое действие с матрицами. Давайте теперь вот используем его для того, чтобы построить тензор, то есть тензорное представление. Второй пункт будет прямое произведение тензора, прямое произведение представления. Тут я сразу скажу, что даже с матрицами это немножко неоднозначно терминология. Иногда говорят прямое произведение, иногда говорят кроникеровское произведение, иногда говорят тензорное произведение. Ну, это одно и то же. Итак, как определить какое-то вообще прямое произведение, как вообще с представлениями действовать? Для этого надо, чтобы вот как действует матрица представления, вообще, как понять, как вот записать матрицу представления, как с ним действие идет. Надо, как с любым линейным оператором, надо узнать, как этот оператор действует на базисные функции. После этого мы всю эту матрицу запишем в этом базисе легко. Вот с этого всегда все начинается. Надо понять, как действуют на базисные вектора, там, на x, y, z. Вот и все, и будет после этого матрица. Поэтому пусть t от G и D от G представление. Группы G. Так что размерность D от G равняется N, а размерность T от G равняется N. Вот пусть у нас имеется два представления. Неважно, приводимые, не приводимые, точные, не точные. Какие-то два представления какой-то абстрактной группы. Непрерывные, дискретные, неважно опять. Важно, что одно и то же. Посмотрим, как они действуют на базисные вектора. То есть D от G на I. И это базисный вектор номер I. И от единицы до N меняется. Вот так просто пронумеруем их, так и обозначим. Равняется. Давайте проложим полной системой. Я напишу, что это будет сумма по G от единицы до N. G, G, D от G на I. Вот это вот сумма G на G, вот таких проекторов на все G, равна единице единичному оператору. Да? Мы единичный оператор записали в виде такой суммы, это называется проложить полную систему. Вот после того, как мы это сделали, у нас получилось как раз действие оператора на базисный вектор. Вот здесь стоят элементы матрицы D, G и T. А
А здесь разложение по составу, по базисам. Вот так вот действует на базисный вектор. Получается, другие базисные векторы с какими-то коэффициентами, коэффициент – это вот элементы такой матрицы. Прекрасно. Давайте для Т то же самое напишем. Т, Ж матрица действует на состояние М, равняется сумма L от единицы до М большого. L, Т, Ж на М. И равняется. Сумма по L. L. Т, Л. Все, мы для второго представления тоже определили действие, как на базисных векторах это все происходит. А теперь давайте сконструируем прямое произведение базисов. И умножить на М. Что это за конструкция? Ну, как вначале я говорил, это означает, что этот базис в своем там N-мерном пространстве, в своем N-мерном. Тут своя жизнь, там своя жизнь, совершенно независимо. Это множество всех пар. Вот берем один вектор из этого базиса, какой-то еще один из того. И вот любую пару и берем. Вот это базис этого пространства будет. Вот что это значит. Если хотите, вот вы на компьютере там что-то набираете, там есть всегда договоренность насчет клавиатуры. Какие-то знаки считаются разделителями в любом языке. Ну, немножко разные списки этих знаков. Вот это знак прямого произведения играет роль разделителя. Он как точка с запятой на клавиатуре. Здесь своя жизнь. Вот что такое прямое произведение базисов. Вот теперь для того, чтобы определить прямое произведение представлений, мы определим его действием на прямом произведении базисов. Дэджи умножить на Дэджи действует на И умножить на. Вот это базис всего пространства М плюс Н мерного. А это вот прямое произведение. Вот мы определим таким образом. Просто так вот, как написано, так и напишем, это и будет определение. Сумма по G и L. G умножить на L. А здесь стоит D G и T на T L M T. А у вас первый текстап какой стоит? Ну, второй скобки. Это G. Второй скобки G. И. И. Вот мы взяли, подействовали этим оператором, прямым произведением Т, матриц Т и Д. А теперь написали просто, что это такое, разложение по базису, по этому же самому, разложили. Вот они все коэффициенты разложения. И что это за коэффициенты разложения? Это просто попарные произведения всех вообще возможных матричных элементов этих матриц. То есть это прямое произведение матриц получилось, да? Ну, а там я так расплывчато написал, свелось, потому что все зависит от того, в каком порядке их расставлять, эти произведения. Вот если в том порядке, так, как мы там договорились, то получится точности прямое произведение. Можно по-другому договориться, будет другой, там, будет в другом определении прямое произведение. Или вообще как-то по-другому. Важно, что все вообще возможные
попарные произведения матричных элементов входят. Итак, прямое произведение представления определено. Осталось только доказать, что это тоже представление. Поскольку D представление, то произведение матриц D, отвечающих разным элементам группы, это просто D от G1, G2. Ну, поскольку представление гоморфизм, то есть сохраняет операцию, вот мы записали просто явно сохранение операции. Теперь T тоже представление группы G. Поэтому T от G1 на T от G2. А это тоже T от G1, G2. Потому что они представления. Ну, теперь давайте напишем D G1 на T от G1. D от G2. На T от G2. Мы взяли теперь прямое произведение этих представлений, взяли от элемента G1 это прямое произведение, от элемента G2. И посмотрим, что получится. По свойствам прямого произведения матриц мы говорим, в левом пространстве все свое, там идет своя жизнь, а в правом своя жизнь, они друг про друга знать не знают. Это будет D от G1 на D от G2 умножить на T от G1 на T от G2. Это по свойству 4, вот оно. Дальше, поскольку они оба представления, только мы только что описывали, это будет D от G1, G2 умножить на T от G1, G2. То есть прямое произведение этих представлений от произведения двух элементов группы, это есть это же самое от произведения этих элементов группы. Да? Произведение матрицы сводится. Все, значит, это представление, оно сохраняет операцию. Теперь у нас есть способ из представлений малых размерностей строить представление большей размерности. Один способ у нас уже был. Можно взять несколько матриц представлений по диагонали расставить, прямая сумма получится, да? А другой теперь способ, который еще большей размерности позволяет получить представление, это вот прямое произведение. Теперь будем все, какие у нас есть, перемножать, и огромные многомерные будем получать. Теперь мы туда вверх, мы сколько угодно большие можем теперь размерности получить. А вот вопрос, будут ли они неприводимыми, ну это уже как повезет, как вот вопрос большой. Как бы разложить вот это произведение обратно в прямую сумму неприводимых представлений? Третий пункт у нас разложение Клебша-Гордона. Продано.
Вот у нас есть прямое произведение двух неприводимых представлений. D альфа, D бета, неприводимое представление группы G. Мы можем написать D альфа V от G умножить на D бета V от G. И разложить в прямую сумму неприводимых. Равняется сумма по гамма К гамма D гамма V от G. Давайте я сюда еще впишу D гамма. Это все неприводимые. Вот такое, где К гамма — это целые числа, которые означают, сколько раз входит в разложение данное неприводимое представление. А если мы вот так вот научимся разлагать, то мы потом приводимые, прямое приводимых мы всегда разложим, пользуясь нашими свойствами. Возьмем приводимое, разложим неприводимое. Второе, потом их прямое произведение. Ну, там воспользуемся дистрибутивностью, там, и все это самое. Тут проблем нет. Вот главное научиться произведение неприводимых разлагать в прямую сумму. Вот. Как это делается? Ну как, вот с помощью таблицы характеров, если мы узнаем в группе треугольника там, или тетраэдра, как это сделать. Перемножим характеры, пользуясь свойством 5. У нас очень хорошо характер, это след, а следы просто перемножаются обычным. След прямого произведения равен обычному произведению следов. Вот. А если непрерывная группа, что тогда делать? Ну, у нас всего одна важная для нас группа, SU3. Давайте для G равняется SU3, просто все проделаем до конца. Вот как сделать разложение Клебша-Гордана для группы вращений. Мы попробуем тоже воспользоваться ортогональностью характеров. Как вот это сделать? Нам надо посчитать характер неприводимого представления группы вращений. В прошлый раз мы с вами учили, что все неприводимые представления имеют нечетную размерность 2L плюс 1, где L целое число. 0, 1, 2 такое. Давайте напишем преобразование поворота произвольное и найдем характер, вот, чтобы потом дальше с этими характерами работать. Воспользуемся тем, что характер один и тот же будет, в каком байсе не записывай этот оператор поворота. Давайте выберем тот базис, который нам удобнее. Вот. Всегда нас заставляют писать не там, а вот тут мы как раз, у нас такое право есть выбрать самый удобный для нас базис. Я пишу поворот на угол фи вокруг оси z. То есть ось вращения выберем за z и повернем на угол фи. Е в степени И, Л фи, Е в степени И, Л минус 1 фи и так далее. И последнее будет стоять Е в степени минус Л фи. А здесь будет стоять большие угли. Ясно, что матрица будет в другой базисе какая-то гораздо более сложная, запутанная, не диагональная. Но след у нее останется тем же самым. Мы сейчас вычислим характер, и все. И давайте я здесь напишу... Ну, ладно. Это не G от фи, надо написать, что это D. Lt от фи, вот так. Это матрица представления, это не группа. Помните, мы с вами говорили, что группа, она из матриц 3 на 3 состоит. А теперь можно не приводим представление других нечетных размеров, сколь угодно больших строить. Вот что, ради чего была предыдущая лекция, очень похожая на квантовую механику, только логика другая, изложение. А выкладки те же самые. Я специально старался все сделать в точности так же. Хи Лт от фи равняется сумма от m равно минус ldl e в степени и m фи.
Ну, можно воспользоваться тем, что это геометрическая прогрессия, ее всю просуммировать. Для этого надо самую, вот то, что на нижнем пределе, эту степень вынести, а то, что там останется, это будет уже с единички начинающаяся прогрессия. Равняется e в степени минус e f на дробь. Числители будут стоять. Единица минус то, которое будет за последним. Вот есть эльты. Эльты слагаемые. А следующее какое будет? Вот то надо здесь поставить, вычесть из единицы. Это будет e в степени и 2l плюс 1 на фи. А в знаменателе единица минус знаменатель прогрессии. Единица минус e в степени фи. Дальше мы должны что сделать? Ну, как обычно в таких задачах, когда там, не знаю, интерферометр Фабри-Перова рассчитывали или что-то такое, вы в знаменателе, в числителе выносили половинку от экспонента, чтобы все свелось к тригонометрическим функциям. Давайте так же сделаем. Это уже, мы уже ответ получили, только упрощение некоторое. Минус Eφ. Здесь будет e в степени i l плюс 1 вторая φ на e в степени минус i на l плюс 1 вторая на φ. Минус e в степени плюс i на l плюс 1 вторая на φ. А в знаменателе будет e в степени φ пополам на e в степени минус φ минус e в степени φ. Вот. Половинку вынесли, это экспонент, точнее корень квадратный, а не половинку. А, остальное оставили. Теперь давайте посмотрим, что будет тогда здесь. Здесь минус L плюс 1 вторая, то есть 1 вторая, и внизу 1 вторая. Все эти экспоненты еще и сократились теперь. Теперь что там будет, где круглые скобки? Там, смотрите, 2 и синус делить на 2 и синус. 2 и тоже сократилось, и остался синус на синус. Хи ЛТ равняется синус L плюс 1 вторая фи разделить на синус 1 вторая фи. Вот такая формула. Очень простая формула для характера группы вращений. Замечание можно только одно сделать важное, что для полуцелых, если это же полуцелое число, то точно такая же формула будет. Мы просто группу унитарную здесь не рассматриваем на лекциях, но она не намного сложнее. Вот, по крайней мере, эта формула у нее точно такая же. Теперь у нас должно быть соотношение ортогональности для характеров. L1 на хи L2 будет дельта L1 L2. Вот у нас такое должно быть соотношение. А здесь должно... Вот самое это интересное, что здесь написать в качестве среднего по группе. Раз группа непрерывная, то у нас здесь вместо суммы должен стоять интеграл. Интеграл по периоду от 0 до 2 пи, от минус пи до пи. Синус L1 плюс 1 вторая фи делить на синус 1 вторая фи. Синус L2 плюс 1 вторая фи делить на синус 1 вторая фи. G от фи по d фи равняется дельта L1, L2. Вот здесь есть некая весовая функция g от φ. Ее надо так подобрать, чтобы вот интеграл всегда вот этому был равен. Ну, давайте сообразим
Вот мы можем эти синусы, которые в числителе, вот это произведение, записать в виде там, косинуса полуразности минус косинус полусуммы пополам, да? Синус L1 плюс 1 вторая фи умножить на синус L2 плюс 1 вторая фи равняется 1 вторая косинус L1 минус L2 на фи минус косинус L1 плюс L2 плюс 1 на фи. Интеграл от косинусов уже дадут, дали бы нам правильный ответ. Ну, с точностью до коэффициента правильного. Ну, тогда как раз дельта-символ бы и получился. Интеграл от первого косинуса был бы равен 2π только в одном случае, когда L1 равно L2. В остальных случаях нулю по ортогональности. А интеграл второго косинуса всегда равен нулю. Хоть даже L1, L2 нулю, все равно там единичка остается, чтобы все испортить и сделать интеграл равным нулю. Поэтому вот если бы вот это, то эти косинусы одни оставались, то было бы совсем все замечательно. Коэффициент бы только подобрали. Но вот синусы в знаменателе все портят. От них даже и не возьмешь интеграл. Поэтому надо так сделать, чтобы они сократились. G от фи равняется синус в квадрате фи пополам. Ну, на коэффициент А еще некоторые, которые мы подберем. Тогда хи L1 на хи L2 равняется А на интеграл 1 вторая косинус L1 минус L2 на фи минус косинус L1 плюс L2 плюс 1 на фи до фи. От минус π до π. Синус в квадрате сократился, и просто разность косинуса стоит. От второго косинуса интеграл всегда равен нулю. По периоду. А от первого косинуса только в одном случае, когда L1 не равно L2, так он тоже равен нулю. Вот когда равно, вот тогда он равен 2π. Таким образом будет 2π на А пополам на дельта L1, L2. Ну вот, чтобы выполнить это условие, надо, чтобы А была равна единице на π. И мы с вами подобрали такой коэффициент А, чтобы вот это самое условие ортогональности выполнялось. Все. Теперь мы можем двигаться дальше. Это вот только некое вспомогательное вычисление было. Нам надо разложение Клебша-Гордана для этой группы получить. Для того, чтобы его получить, надо взять вот это вот наше разложение, которое там написано, определение, и взять след от левой и правой части. Воспользоваться свойством 5 получится. Давайте я пронумерую звездочкой. Чтобы у нас потом вот здесь звездочка. Чтобы потом вы в тетради могли разобраться, что откуда следует. Напишу trace звездочки двоеточие. Такое краткое обозначение. Возьмем след от левой и правой части формулы, обозначенной звездочкой. Получается хи альфовое на хи бетовое. Обычное произведение следов в левой части стоит. А тут стоит обычная сумма по гамма, к гамма. И гамма. Ну и все, нам надо
слева умножить на хи гамма сопряженное и взять на скалярное. Вот, и тогда у нас будут коэффициенты к гамма в равняется хи гамма на хи альфа хи бета. Среднее по группе. Воспользуется ортогональностью, тогда и сумма останется одно слагаемое. При коэффициент при кагам будет равен единице, мы специально все так подобрали. Вот давайте считать эти кагама. То есть это такие же интегралы, как мы считали, но еще более сложные. Туда еще и хигамма, еще один след войдет. Давайте, чтобы хотя бы в этом месте все не усложнять, давайте мы напишем не в виде синус делить на синус, а в том виде, в котором вначале у нас, в виде суммы напишем характер. Равняется. Значит, ну давайте гамма, это будет g, обозначим соответствующий коэффициент. Это будет, значит, единица на π, интеграл от минус π до π. Косинус L1 минус L2 на φ минус косинус L1 плюс L2 плюс 1 на φ умножить на E в степени и же φ плюс 1 плюс E в степени минус и же φ. Под φ. Ну, вот такой громоздкий очень интеграл. Но принципиально сложно, в нем ничего нету. Самое сложное было бы, если бы синус в квадрате 1 вторая фи не сократился. А если он сократился, так что, ну, тут косинус. Давайте эти косинусы тоже запишем, каждый в виде суммы двух экспонентов. Вот, например, этот косинус, это e в степени i на L1 минус L2 на фи плюс e в степени минус i на L1 минус L2 на φ. Ну и 1 вторая. Ну и тот второй косинус тоже аналогично можно записать. И дальше мы должны посмотреть, какие экспоненты с какими встречаются. Если e в степени mφ и минус mφ, то есть если все и φ, там, которые были в показателях экспонента, сократились, то интеграл равен 2π. Если не сократились, то поскольку они целые, то интеграл равен нулю. То есть вроде бы очень много слагаемых, кажется, что он громоздкий, но он состоит из многих слагаемых очень простого вида. На перемене было одно очень правильное замечание. Исправьте у себя, пожалуйста. Я когда эфи пополам вынес, здесь пополам не поставил. Вот я сейчас ставлю, и вы себе тоже пишите. Это очень правильное замечание об опечатке. Итак, давайте этот интеграл. Все, предположим, что L1 больше L2 при определенности. И после этого давайте рассмотрим три разных случая. Первый случай. G меньше, чем L1 минус L2. Третий случай. L1 плюс L2 меньше, чем G. И промежуточный случай. G меньше или равняется L1 плюс L2 и больше или равняется L1 минус L2. Вот давайте во всех трех случаях посчитаем. Итак, первый случай. G очень маленькая. Вот здесь стоят экспоненты от минус G до G. У них целое число при эфи. И это число очень маленькое. А оно меньше и этого, то есть вот L1 минус и L1 плюс L2 плюс меньше всего на свете. Значит, экспоненты с одинаковыми показателями на противоположного знака никогда не встретятся в этом мире. И все, нигде ничего не будет неравного нулю. То есть только всегда ноль будет получаться. Давайте не средний, а нижний сначала рассмотрим случай. Теперь наоборот.
Жи больше всего на свете, больше, чем даже сумма этих самых моментов. Что тогда будет, что тогда произойдет? А, вот, вот эта экспонента, например, встретится, обязательно L1 минус L2 там где-нибудь попадется, да? И будет 1/2. Это этого будет 1/2. Это тоже обязательно там с какой-то встретится экспонентой, которая с ней сократится. Значит, будет единичка от косинуса. А второго косинуса что будет? Тоже обязательно встретится L1 плюс L2 плюс 1. Если G больше, чем L1 плюс L2, значит, там L1 плюс L2 плюс 1 заведомо есть. И тоже будет 1/2 плюс 1/2 единичка будет от второго косинуса знака минус. Таким образом, тоже получится 0. В верхней строчке, потому что они никогда не встретились, две одинаковые экспоненты, которые нивелируют. А в нижней строчке, потому что они встретились, ну, в САЖ 4 раза, и все сократилось. Средняя строчка. Вот тогда смотрите. Первый экспонент, первый косинус с чем-то встретится, вот такие, L1 минус L2, где-то там будет в этой сумме. А вот L1 плюс L2 плюс 1 там в сумме не будет, поэтому будет плюс единичка, а минус единички не будет. Вот и все. Вот вам и ответ. Получился для этого коэффициента К гамма, когда L1 больше L2. Ну, когда L1 меньше L2, так будет все то же самое. То есть надо просто брать всегда модуль. К гамма равняется единице, если К житое, давайте сразу поставим, вместо гаммы другим индексом будем назначать. Если L1 минус L2 меньше или равняется G, меньше или равняется L1 плюс L2. И нулю иначе. То есть в этой сумме все коэффициенты равны единице. Мы определили не только, чему равны коэффициенты, но и от какого до какого G надо суммировать. Разложение. Клебша-Гордана для группы SO3 будет такое: dL1 умножить на dL2 равняется сумма от G равняется L1 минус L2 до L1 плюс L2 dG-тое. А коэффициенты ставить не надо, они все равны единице. Ну, тут, конечно, надо сделать замечание, мы этого не проверяли. Там надо подбирать элементы интегрирования правильно, но для полуцелых будет все то же самое. Но там вам это декларировали хотя бы для целых, а тут мы это вывели, доказали. Ну, в общем, большое количество, но очень нехитрых интегралов посчитали. Дальше. Теперь давайте какой-то пример приведем. А, нет, давайте еще один пункт теории приведем, пройдем, потом приведем уже пример. Четвертый пункт у нас — тензорное представление. Вот мы и добрались до тензорного представления. Вы учили, у вас же тензорный анализ специально был, все очень хорошо знаете. Вот, поэтому я не буду общего определения давать, там вам его давали. Я для нашего случая, в частном случае скажу. Тензор – это Т и 1, и РТ ранга R. Это таблицы чисел
которые... под действием преобразования группы преобразуются как прямое произведение R векторных представлений. Ну, пример. Вот здесь вот уже можно пример привести. G равняется SO3. Что такое? В группе SO3 D1 векторное представление. Оно же и фундаментальное. Значит, T от G, давайте T ранг R, это будет что такое? D1 умножить на D1 R раз. Вот перемножим R экземпляров векторного представления, вот такие матрицы 3 на 3, да, друг на друга. Тогда вот это и будет тензор, то есть это будет преобразовываться как произведение R компонент вектора. Давайте посмотрим, какой размерности будет тензорное представление. Ну, у нас вот с матрицами-то ясно, что там у нас матрица n, там одна, другая размера m. nm – это будет размерность пространства базиса вот этого прямого произведения. Значит, соответственно, надо r умножить на r, в смысле 3 умножить на 3 r раз. Размерность будет... Т, РТ, будет 3 в степени R. R целое число. В частности, для тензора ранга 1 вектора 3 размерность, для тензора ранга 2 в 9 размер. Только 9 компонентов этого тензора всего. Теперь тензорное представление, вообще говоря, приводимое. Вот для того, чтобы разложить на неприводимые, ну, скажем, в группе вращения, можно пользоваться нашим разложением Клебша-Гордана, которое мы недавно получили. Вот этим. Пример. Ну, начнем с тензора второго ранга. R равняется 2. Размерность T2 равняется 9. Всего 9 компонентов. Ну, тензор того ранга, вы знаете, что можно как матрицу представить себе. Там такая матрица 3 на 3, там 9 отдельных компонентов независимых. G равняется SO3. D T2 равняется D1 умножить на D1. Согласно разложению Клебша-Гордана, которое мы с вами изучили, надо взять от модуля разности этих двух моментов единичка, то есть от нуля до суммы, то есть до двух. Это будет D0 плюс D1 плюс D2. Это трехмерное представление, всего 9 измерений. Тут 1, 3 и 5, 2 L плюс 1. 1 плюс 3 плюс 5 тоже получится 9. Другой пример. G равняется D3. Что тогда делать? Мы знаем таблицу характеров группы D3. D1, D2, D3. 1, 1, 1, 1, 1, минус 1, 2, минус 1, 0,
А здесь один, R и P. Ну, всякие P, ясно, что-то. R, там еще R квадрат есть в этом классе. Там два элемента. А P, там еще есть PR, PR в квадрате, там три элемента. Поскольку D3, группа вращений в трехмерном пространстве, треугольник, является подгруппой всей группы вращений трехмерного пространства. Помните, мы учили, всего там пять подгрупп есть таких дискретно. SO3. То мы можем разложение тензорного представления на неприводимое в этой группе сделать так. Сначала в группе вращений сделать, вот мы уже сделали. А потом каждый из этих компонентов разложить опять на неприводимые в группе треугольника с помощью таблицы характеров. Давайте напишем хи 0 равняется. Скалярное представление. Вот у нас первое скалярное представление, одномерное, D0. Какой у него характер? Ну, как скалярное, оно же единичное, да, вы понимаете, что это 1, 1, 1. Одномерная это матрица 1 на 1, это самое проще некуда. Давайте хи 1 посчитаем. Это должно быть единица плюс 2 косинус фи, где фи угол поворота. Вот такие должны быть характеры. Если фи равно нулю, то есть поворот на нулевой угол, то здесь будет тройка. Фи равно нулю. R. Фи равно 120 градусов. Но это, опять, для тех, кто косинус 120 помнит, не проблема. И последнее. Фи равно 180 градусов, то есть пи. Косинус пи минус единица, единица плюс 2 косинус фи минус, минус единица. Хи 2 равняется. Смотрите, ну вот на ту матрицу, которую я написал, e в степени фи, там 2 и фи, и фи, 1, минус и фи, минус 2 и фи, вот такая матрица. Значит, если, ну, либо по этой формуле начитать синусом пи, либо так написать, единица плюс в более привычном виде косинус фи плюс 2 косинус 2 фи. Вот такой будет характер у пятимерного неприводимого представления, у тензорного представления, да? Давайте, ну, возьмем фи равное нулю, как здесь. Здесь будет 5 стоять. Теперь возьмем фи равное 120 градусов. Но опять многие помнят, что вот это вот 0. И остается только 2 на минус 1 вторая, то есть минус 1. Теперь здесь косинус равен минус 1 или 180 градусов. 1 минус 2, то есть минус 1. Плюс 2. Плюс 1 стал опять. Характеры мы насчитали. Теперь давайте разложим на неприводимые. D, значит, D0. Скалярная. Ну, ясно, что хи 0 только на верхнюю строчку даст единицу, на все остальное. Но это и есть верхняя строчка. По соотношению ортогональности D0 это будет D1 в точности. Скалярное представление совпадает с единичным, но оно и так совпадает. Ничего мы нового не узнали. Мы и так знали. D1. Вот это 3, 0, минус 1. На первую строчку, если умножить, поскольку третья компонента с коэффициентом 3, то 0 получится. Поэтому надо на вторую строчку умножать. Вот там-то как раз минус 1 уже стоит. И там будет не 0, там будет единица. То есть будет D. Уже мы для треугольника снизу пишем D2. Плюс, теперь на третью строчку умножим. Там только первые элементы надо умножить. 3 на 2. Больше ничего и умножать не надо. Там они не встречаются. Где-нибудь D0 стоит в остальных клеточках.
Значит, при D3 коэффициент единица тоже. D3. Вот так раскладывается векторное представление. Это нечетное плюс двумерное. И D2 равняется. Давайте 5 минус 1,1 на все умножать. 5 минус... D1 будет, смотрите. Вот мы умножаем 5 на 1, потом минус 2, это 3, плюс опять 3. Да? 3 плюс 3, 6, все. Теперь D с единичкой снизу войдет. А вот наоборот, на вторую строчку теперь ничего не останется. 5 минус 2, минус 3, ничего не останется, да? А на третью строчку сразу в двух местах встретятся числа. 5 на 2, 10, и еще 1 на 1 с весом 2, минус 1, это 12 будет даже, да? Плюс 2, D3. Зачем мы вот таким сложным образом сделали, с таким ступенчатым? Ну, мало ли, что потом там нас могли, смотря какая задача, могли спросить, а вот если симметричный тензор, что? Если просто тензор разложить, то мы могли это сделать и без этого. Хи тензорная равняется. Надо взять векторное 3,0 минус 1 и возвести в квадрат. Это будет 9, 0 плюс 1. Смотрите, просто возвести в квадрат и разложить. Ну что у нас будет? К1 равняется 9 плюс 3, 12, 2. К1 двойки равняется. Тут будет 9. Минус 3, 1. К2 равно единице. К3 равняется 18. И больше ничего не встретится. 3. Отсюда следует, что D тензорная равняется 2D0 плюс D1 плюс 3D2. Ну вот эти наши ответы, смотрите, тут D1 два раза входит, D2 один раз входит, а D3 три раза всего входит. Это мы бы сразу получили. Но иногда бывает, что нам нужно с определенной там четностью, там что-то еще такое. Поэтому иногда удобно, я на всякий случай вам показал в виде примера последовательное разложение. Сначала по группе вращения, а потом по ее подгруппе всегда можно. Мы вот с этими тремя ответами знаем больше информации, чем содержится в этом нижнем ответе. Особенно это важно в тех задачах, где какая-то тензор определенной симметрии. Для того, чтобы вот справиться с этими задачами о тензорах определенной симметрии, давайте мы начнем хотя бы работать с симметризаторами. Пятый пункт. Симметризаторы Юнга. Мы начнем, поэтому мы сегодня только начнем этот пунктик, а потом на следующей лекции уже с этого будем начинать. Итак, пусть тензор второго ранга. У нас, как в примере в последнем, был R равняется 2. Тогда у нас есть S и ЖТ, которые есть 1, 2, Т и ЖТ, плюс Т, ЖИТ, это называется симметричная часть. Есть А и ЖТ, то есть 1, 2, Т и ЖТ, минус Т, ЖИТ. Это антисимметричная часть. Ну, или математически книжка косо-симметрическая. Сколько компонент лежит в симметричной части, сколько в антисимметричной части? Давайте просто посчитаем.
Что, если часть симметрична, значит, индекса можно переставить, и ничего не изменится, да? S ежитая равняется S жита. Давайте мы все эти условия выпишем. S, скажем, когда E ежи равно единице, это никакого условия не дает. Обязательно разные должны быть индексы. S1,2 равняется S2,1. S1,3 равняется S3,1. S2,3 равняется S3,2. И все. Больше никаких соотношений нет. Итак, девятимерное пространство, три уравнения. Значит, остается шесть компонентов. Симметричная часть шесть компонентов, но это интуитивно ясно. Симметричную матрицу 3 на 3, представьте себе. Там есть на диагонали три элемента, над диагональю три. Ну, а снизу те же самые, если она симметричная, да? Теперь А и Ж Т равняется минус А Ж Т. Это вот условие для антисимметричной части. А тут для равных индексов, если это написать, то получится, что они равны нулю. А1,1 равняется А2,2 равняется А3,3 и равняется нулю, потому что они равны самим себе со знаком минус, понимаете? Они только нулю и могут быть равны. Теперь давайте эти же условия с разными индексами напишем. А1,2 равняется минус А2,1. А1,3 равняется минус А3,1. А2,3 равняется минус А3,2. Сколько получилось? Шесть условий в девятимерном пространстве. То есть три компонента всего. Ну и опять это тоже очевидно. Поскольку в антисимметричной матрице 3 на 3 на диагонали стоят нули, над диагональю каких-то три числа, а под диагональю такие же точно со знаком минус. Да? То есть так и должно быть, по крайней мере, в действительных числах, в трехмерном пространстве. Вот такие симметричные, асимметричные. Это, я повторяю, всем общеизвестные, как бы, доступные вещи. А что будет, если мы перейдем к более высоким рангам? Давайте рассмотрим пример с R равной 3. У нас есть Т и ЖК, Т. Это 27-мерное пространство. Таких тензоров. Тут 27 компонентов у него. А давайте рассмотрим полностью симметричную часть. S. Ну, если в трех одинаковых индексов никаких этих нету соотношений, не добавляется, как и в этом случае. Но когда индексы двух видов, вот тогда уже что-то добавляется. S. 1, 2, 2 равняется S, 2, 1, 2 и равняется S, 2, 2, 1. Я все три перестановки сделал возможных. Ну и, соответственно, с другой стороны, S, 2, 1, 1 равняется S, 1, 2, 1 равняется S, 1, 1, 2. Я просто в этих 2, 2 1 поменял местами, тех, которые были. Теперь такие же соотношения можно для 1, 3 и для 2, 3 написать. S 1, 3, 3 равняется S 3, 1, 3 равняется S 3, 3, 1. И S 3, 1, 1 равняется S 1, 3, 1 и равняется S 1, 1, 3. Ну и для 2, 3 то же самое. S 2, 3, 3 равняется S. 3, 2, 3 равняется S. 3, 3, 2. S. 3, 2, 2 равняется S. 2, 3, 2 равняется S. 2, 2, 3. А это когда у нас два различных индекса. 1 и 3, 1. А когда все три индекса различные, то какие будут соотношения? 1, 2, 3. Ну, надо все перестановки сделать. S 1, 2, 3 равняется S. 3, 1, 2 равняется S.
2, 3, 1 равняется S 2, 1, 3 равняется S 1, 3, 2 и равняется S 3, 2, 1. Я сначала циклически сделал, а потом в каждый это переставил местами первые два индекса. Ох, вот сколько я написал, но теперь это все соотношения больше не будет. Давайте их пересчитаем. Считать надо не S, а знаки равенства. Тут их 2, 4, еще на 3 умножить 12. Здесь 1, 2, 3, 4, 5. 12 плюс 5 равняется 17 соотношений. Из 27-мерного пространства остается 10 независимых компонентов. Размерность S и ЖКТ равняется 10. Итак, 10 компонентов у нас в симметричной части тензора третьего ранга. Давайте посчитаем антисимметричные части. Видите, это так довольно утомительно, ничего такого принципиально сложного нет. Ну, сидел внимательно, выписал все условия. Не перепутал, не запутался с индексами. Все у вас получилось. Только считаем уравнение неизвестное, как в этих размерностях групп Ли, так же было все. Просто считали размерности. Во-первых, те, у которых все одинаковые индексы, А3, 3, 3. Эти равны нулю точно. Потому что можно переставить, у них знак сменится, да? И все. Теперь вот эти. Вот когда мы переставляем два индекса. А, давайте так. Ну что, вот, как бы, чтобы в таком же порядке их писать. А, 1, 2, 2. Вот мы переставили индексы, а после этого у нас... А, это циклическая перестановка. Нет, давайте не так, нам надо попарно переставлять. 1, 2, 2, 1. Вот эти два переставили местами, да? У нас сменился знак. Вот это вот у нас такие условия. Теперь здесь. Вот у этого... Еще раз переставили местами, и опять сменился знак. А, 1, 2, 2 равняется минус А, 2, 1, 2. А, 2, 1, 2 равняется минус А, 2, 2, 1. И так далее. Всего будет... Как и здесь, 12 соотношений, если у нас два имени, два вида индексов. И есть еще случаи, когда все три индекса разные. Вот вместо этих соотношений будет стоять то, что мы, когда переставляем, то меняется знак. Он полностью антисимметричный должен быть. S 1, 2, 3. Равняется минус S2, 1, 3. S3, 1, 2. Равняется минус S1, 3, 2. S2, 3, 1. Равняется минус S3, 2, 1. Может, все-таки буква А? Что? Ой, извините, это буква А. Это, наверное, еще не все. И вот эти еще должны быть равны между собой, наверное. Вот мы два раза переставили. Вот еще здесь надо, наверное, равенство поставить. Когда два раза переставили, то ничего не изменился знак. Циклически переставили, знак не изменился. Так. Итак, здесь будет
тоже 5, 6, 7, 8. 8 плюс 12. Что мы пропустили? Вот какие мы еще соотношения пропустили? Эти равны нулю. Эти при изменении. А вот и здесь еще должны быть какие-то равенства между ними. 1, 1, 2 равняется. В общем, я не буду все до конца писать. Я хочу, если все выписать, то останется всего одна компонента, как вы сами знаете, для тензора третьего ранга, полностью несимметричный Е и ЖК. А. И ЖК равняется А на Е и ЖК. Одна компонента. Ну или размерность А и ЖК равняется единице. Смотрите, что получается. В симметричной части у тензоров второго ранга 6, в антисимметричной 3, всего 9. В тензорах третьего ранга в симметричной 10, в антисимметричной 1, всего 11, а должно быть 27. 16 компонент куда-то спрятались. Где вот они лежат? Вот об этом мы и поговорим на следующей лекции.